Друзья мои, всем известно, что завтра последний день Масленицы, последний день сырной седмицы, которая называется Прощенное Воскресенье. И вот я, Евгений Гордеев, из славного города Смоленска, из города Героя, предлагаю вам свою новую песенку, которая так и называется «Прости меня». Хоть в этом не моя вина, но ты прости меня, жена, что ты не ходишь в шиншилях и бриллиантах. Такая жизнь мне суждена, хоть не курю, не пью вина, но нет во мне предпринимательских талантов. Что ты пахала 30 лет и родила троих на свет, а пенсион твой жалок, словно у бомжихи. Одно я знаю, слышь, мать, нельзя мне мир наш покидать, а то тебе одной придется очень лихо. Простите, дочери и сын, что я вас честными растил, что недоступны вам ни Кембридж, ни Сорбонна, что на Майорке виллы нет, что не дано увидеть свет, что не для нас поет день ангела Мадонна. Прости, Марин, что болен зять и что приходится пахать тебе одной, чтобы семья не обнищала. Прости меня сегодня, дочь, что не могу тебе помочь, что нет счетов, а в кошельке деньжонок мало. Прости, Елена, дочь моя, что безотрадна жизнь твоя, что твой завод, как все другие, обанкротят, что в нашей доблестной стране живем мы словно на войне, но не себя винят в том власти, а кого-то. И ты мне, Юленька, прости, что где-то в Кемерово ты, что ты не в Риме, не в Дубае, не в Париже. Но если сильно повезет тебе, Андрей туда свезет, ну не туда, так может быть куда поближе. И ты прости меня, сынок, что на работу я не смог тебя устроить, как и должно, после вуза. Хоть ты, сыночек, и не лох, труда здесь рынок очень плох, не то что 30 лет назад у нас в Союзе. Простите, Лиза и Богдан, прости, мой старший внук Иван, что мы в наследство вам даем страну такую, где нами правит некий клан, где основной закон попран, где только лгут, лавы берут, бюджет воруют. И ты, сосед мой дорогой, прости, что редко я с тобой, особенно сейчас зимой в деревне вижусь, а загляну на пару дней, так выпить некогда ей и спеть о ней, которая была в Париже. И ты, страна моя, прости за то, что больше 30 я долгих лет с твоей преступностью боролся. Я был и опытен, и смел, но я ее не одолел, а сам на то, с чем я боролся, напоролся. Вы, интернетные друзья, простите, ваше время я, как будто мытари налоги, отбираю. Секрета не открою я, что вы мне стали как семья, а что касается меня, я всем прощаю. Секрета не открою я, что вы мне стали как семья, а что касается меня, я всем прощаю. Ну что ж, с вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска со своей новой песенкой «Прости меня» в это прощенное воскресенье. Пока, друзья, здоровья, счастья, всех благ вам. Не переусердствуйте только в предстоящих нам 40 днях Большого Поста. Всего доброго, пока.